Привет! Сегодня мы будем создавать карту желаний. В этом ролике я буду присутствовать одна, но все картинки, которые мы выбрали, мы выбирали вместе с Димой. То есть половина картинок моя, половина картинка Диминых. Для этого нам понадобится ножницы, клей, карандаш, ватман. Очень-очень много картинок. Так как мы сейчас далеко друг от друга, мы искали все через интернет и перекидывали друг другу картиночки. Потом я это все собрала в кучу, распечатала, и вот у нас получилось аж столько много картинок и фотографий. Плюс у меня еще есть пару листиков, которые я распечатала буквально недавно и еще не вырезала. Все эти картинки мы искали, ну, чтобы не соврать, более 5 дней, а то и даже неделю. Еще один немаловажный момент. Мы с Димой выбрали для карты желаний сетку Багуа. Короче, меньше болтовни. Давайте начнем. Все, что у меня получится, я обязательно покажу в конце видео. Вырезала все картинки и сейчас буду распределять все по зонам. Знаете, самое главное в этих картинках, как я поняла, когда мы их в принципе искали, например, у меня есть вот такие вот картинки. Здесь девочка с окончанием или выпускница, не знаю, школы, университета. И здесь еще одна девочка, которая смотрит на самолет компании Korean Air. Вот, это связано с тем, что я в этом году все-таки планирую улететь на учебу в Корею, чтобы это у меня получилось. Вот такую вот взяла мотивашку. В общем, в чем прикол? Нам нужны фотографии, все любые фотографии, которые вы хотите, где-то действия, где-то в ресторане или там, не знаю, в доме. Короче, важно, чтобы те, кто на фотографии, не смотрели прямо вот так вот в камеру. То есть либо повернуты, либо смотрят куда-то в сторону. Иначе, как говорят, если человек, который смотрит в кадр, и вы это распечатаете, это исполнится у этого человека, а не у вас. Вот, не знаю, насколько это правда, но как бы мы придерживались вот этого, и поэтому здесь все фотографии, где есть люди, они никогда не смотрят в кадр. Картинки очень большие, мне не помещается все на ватман. Я буду их уменьшать и заново распечатывать и разрезать. Смотрите, какая у меня огромная получилась. Я решила, в общем, не перепечатывать все фотографии и картинки, которые у нас были собраны. Я решила купить новый ватман. Да, потому что на компьютере они у меня не сохранились, я как бы распечатала и сразу удаляла. А искать новые, вдохновляться какими-то другими картинками, да и тем более найти те самые, я бы точно не смогла, и Дима точно бы не нашел. Я решила остановиться на тех, которые у нас уже есть. Получилось очень масштабно, очень. Когда мы привезем эту карту в Питер, мы ее планируем повесить на стенку, но это еще не точно. Здесь есть пустоты в некоторых местах, их нужно будет дополнить, особенно пустоту в сфере признания людей, популярность, известность, вот все такое. У меня здесь есть, конечно, серебряная кнопка Ютуба, но я ее приклеила не для того, чтобы типа а-ля получить эту серебряную кнопку, а просто потому, что она мне ассоциируется с каким-то ростом канала. Вот, и все вы уже знаете, что серебряную кнопку дают за 100 тысяч зрителей, вот, подписчиков, поэтому это, в принципе, цель идти и что-то создавать новое, ну, получить когда-нибудь вот такую награду. Немножко поподробнее вам покажу карту желаний. Естественно, после съемки мы уже будем добавлять, скорее всего, в Питере какие-нибудь вырезки, какие-нибудь мотивационные цитаты, просто какие-то фразы, и дополнять эту карту желаний еще больше. Плюс заполнять пустоты, потому что здесь у нас очень пусто. Ну что, начнем с серединки. Здесь у нас мы.
наши фотографии и все, что относится к здоровью и тому, как мы хотим выглядеть, ухаживать за собой. Вот, например, у нас здесь есть две картинки с брекетами, то есть я и Дима, мы хотим брекеты. Тело стройное, здоровое, накачанное в меру. Здоровое лицо. Я здесь прикрепила уходовые средства, пить водичку. Хочу в этом году и в последующих годах следить за собой, делать масочки, просто ухаживать за телом. Здесь у нас более такое материальное. Я приклеила букетики, плойку. У меня в жизни никогда вот такой плойки не было. Я надеюсь, она когда-нибудь появится. Денюжки, ролики. Очень много коробочек с одеждой, книжка, сумочка, карточки различные. Здесь у нас семья, уют, дом. Нам бы хотелось с Димой вот такую когтеточку сделать. Я все мечтаю о таком пространстве, где есть и сушилка, и стиральная машина. Естественно, мы бы хотели себе вот такую большую гардеробную, хороший и уютный гараж, как бы это странно ни звучало. Хочу наладить свое хранение на кухне. Наконец-таки сделать полочки для моих игрушек. Здесь у нас уже пошла учеба. Тут по большей части, наверное, мое. Вот. Останется только приклеить английский, дораспечатывать и довырезать, потому что Дима занимается английским. А у меня тут все связано с Кореей, с поездкой в Корею, то есть закончить хорошо, учиться хорошо. Так как я и Дима отучились на бариста, и я работала бариста, работала в ресторане, и Дима связан с общепитом, мы тут наклеили кофейни, очень-очень много кофеин, поэтому мы хотим связать отчасти свою жизнь с кофе. Вот, поэтому тут очень много таких фотографий. Дальше у нас идет все просто. Тут путешествие. Я искала с Димой картинки, которые нам понравятся визуально. Например, Китай, Египет. Вот здесь вот Вьетнам. Горы, очень много гор. Путешествие как на поезде, так и на самолете. Вот здесь вот. Это Турция. Я еще планирую побывать в этом году с подругой в Казани. Поэтому я наклеила такую маленькую картиночку, чтобы я об этом не забыла, и у меня было стремление. А здесь фотография Дубая. Это около Дубая Молла вот такие пальмочки растут. А корейская знаменитая библиотека, очень большая. Дальше у нас идет дети, опять же семья и хобби, в которых мы хотим совершенствоваться. Мы с Димой занимаемся лонгбордами, вот у нас они есть. Мы хотим продолжить этим заниматься, поэтому я вот понаклеивала очень много лонгбордов. Вот здесь вот. Также снова кофе, латте арт. Тут семья, дети. Немножко совершенствоваться в выпечки, также в готовке. Вот у нас есть, это как и я и Дима, мы вместе готовим. Еще наклеила вот такую вот картинку с программой для монтажа. Хочу в этом совершенствоваться. Хочу себя попробовать как стример. Хочу совершенствовать свое тело и вернуться вот в такое состояние, которое у меня было, ну, скажем так, в школьные года. Ну, тут, наверное, самое такое интересное, особенно для меня. Есть прикол, вот это моя фотография, картинка, а вот это нашел Дима, и они очень даже похожи, мы даже удивились. Так что здесь мы, здесь вот такое вот колечко, да, думаю, рассказывать об этом не нужно, все и так понятно. Ну и, в принципе, вот такая вот у нас карта и получилась. Всем огромное спасибо за просмотр, создание нашей карты желаний. Надеюсь, вы тоже когда-нибудь создадите свою карту желаний, потому что это реально классное времяпровождение, да и просто сделать вот такой вот коллаж со своими мечтами, в принципе, подумать о том, к чему ты стремишься и что ты хочешь добиться, даже если это какие-то материальные составляющие. Вот тут у меня ролики, как я рассказывала, и тому подобное, букетики, там чайник. Это просто интересно, так что попробуйте, никогда не поздно, даже если вы это видео увидите в феврале, там, в марте, в июне. Я не сторонник того, что карты желания делаются в какое-то затмение, в какое-то полнолуние, в начале года или в конце года на следующий год. Вот я как сделала, так и сделаю. Желаю и вам того же. Ладно, всем пока-пока и удачных вам карт желаний. Пока!